Всем большой привет, меня зовут Оля, я вас очень рада видеть на своем канале. И сегодня у нас с вами вторая часть видео по вязанию жирафика. В первой части мы с вами уже связали голову, так что если вы еще ее не смотрели и не связали, то, конечно же, ссылочка будет внизу, отправляйтесь по ней и вяжите голову. Ну а сегодня мы с вами приступим к вязанию туловища и соберем всю игрушку вместе. Давайте начинать. Итак, ну а начнем мы с вязания ручек. Для этого нам понадобится желтый цвет. И начнем мы, как всегда, с провязывания двух воздушных петель. И в первом ряду у нас будет 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Так, первый ряд провязали, затягиваем ниточку. Далее, во втором ряду мы будем чередовать столбик без накида и прибавку. И так 3 раза. И получится у нас во втором ряду 9 столбиков без накида. 1, затем прибавка. 2, 3, 4. Затем снова прибавка. 5, 6, 7. И последняя прибавочка 8, 9. 8, 9. Так, вот что у нас получилось. Мы провязали второй ряд. Далее мы сейчас прикрепим здесь маркер для вязания для удобства. И следующие 9 рядов с 3 по 11 ряд мы будем провязывать без изменения. Так, вот мы закончили провязывать 11 ряд. Закончить можно столбиком соединительным. Делаем одну воздушную петлю. Вот эту ниточку. Сейчас мы отрезаем кончик. Длинный конец нам не нужен. Так. И кончик можно заправить туда внутрь детали. Теперь точно таким же способом мы вяжем вторую деталь, вторую ручку. Вот она у нас. Ручки готовы. Теперь давайте свяжем хвостик. Хвостик у жирафа тоненький, с кисточкой. Поэтому мы возьмем ниточку уже в одно сложение, если до этого вязали в две ниточки. И начнем. Оставляем небольшой кончик и делаем воздушную петельку. Провязываем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот что у нас получилось. Далее делаем еще одну воздушную петлю для подъема. И начиная со второй петли от крючка, мы начинаем провязывать соединительные столбики до конца ряда. То есть 7 штук соединительных столбиков у нас должно получиться. Так, 5, 6 и 7. Все, вот наш хвостик практически готов. Заканчиваем мы все это воздушной петлей. Обрезаем небольшой кончик. Все. Вот наш хвостик. И теперь нам осталось сделать только кисточку. Для этого мы берем нашу пряжу коричневого цвета и нарезаем несколько вот таких отрезков делаем. Так, вот мы нарезали ниточку. Теперь будем брать по 2 ниточки. И будем при помощи крючка присоединять вот сюда вот на кончик хвостика нашего. Вот так. Выводим петельку небольшую. И теперь протягиваем все вот сюда.
Вот что у нас должно получиться. Далее берем еще две ниточки. И сюда же, в это же отверстие, мы вводим крючок и присоединяем еще две. То же самое проделываем с нашей, с третьей партии ниточек. Так, вытягиваем. И вот тут у нас примерно должно получиться. Вот наш хвостик. Теперь можно его подстричь немножечко, чтобы у нас приблизительно все были одной длины. Ну вот и все. Хвостик у нас готов. И вот эти ниточки можно тоже связать друг с другом, скрепить и обрезать покороче. И теперь вот этот хвостик мы будем с вами вязывать по ходу вязания туловища. Поэтому мы его пока откладываем и приступаем, собственно, уже к вязанию самого туловища. А точнее, мы начнем с вязания ножки. Для этого мы снова берем желтую пряжу, уже двойную нить. Так, и начинаем вязание с двух воздушных петель. И в первом ряду мы провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее во втором ряду мы будем провязывать 6 прибавок, то есть в каждый столбик должны провязать по 2 столбика без накида. И у нас получится во втором ряду 12 столбиков. Так, мы провязали второй ряд, прикрепили маркер, потому что дальше мы будем вязать 5 рядов с 3 по 7 без изменения, по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Закончили провязывать 7 ряд. Можно закончить опять же соединительным столбиком. Воздушную петельку сделать. При вязании первой ножки мы с вами ниточку обрезаем, затягиваем и убираем туда внутрь. Теперь мы точно так же должны с вами связать вторую ножку, но ниточку, соответственно, уже обрезать не будем и будем дальше вязать уже этой нитью. Так, заканчиваем вторую ножку провязывать. Соединительный столбик. Далее делаем 3 воздушные петли. Это у нас будет расстояние между ножками. И теперь берем нашу первую ногу и начинаем вязать дальше. Как бы присоединяемся к этой ноге столбиком без накида. Так, вот у нас получилось. Дальше мы будем провязывать уже по кругу. Вот таким образом. И в первом ряду у нас должно получиться 30 столбиков без накида. Откуда 30? У нас в одной ножке 12, в другой 12, итого 24. Также 3 воздушные петли между ножками, которые мы провязываем с двух сторон, то есть 6. Получается 24 плюс 6, получается 30. И сейчас мы провязываем первый ряд туловища, в котором должно быть 30 столбиков без накида. Так, доходим вот сюда и провязываем с одной стороны наши воздушные петли. Вот они 3. Провязали. И идем дальше теперь по второй ножке. Так, дошли вот до
воздушных петель снова. И провязываем наши 3 воздушные петли, но уже с другой стороны. Вот первый ряд мы провязали. Вот что у нас получилось. Можем маркер переставить вот сюда. Далее во втором ряду туловища мы будем делать прибавки. Для этого мы будем чередовать 4 столбика без накида и затем делать прибавку. Давайте 1, 2, 3, 4 и делаем прибавку. Так мы должны повторить 6 раз, и во втором ряду туловища у нас должно получиться 36 столбиков без накида. Так мы провязали второй ряд, 36 столбиков без накида, и далее третий и четвертый ряд, то есть еще 2 ряда мы должны провязать без изменения. То есть 36 столбиков без накида должно быть в этих 2 рядах. Провязываем в каждый столбик 1 столбик без накида. Провязали 3-4 ряд без изменения по 36 столбиков без накида. Далее в следующем, в 5-м ряду, мы будем делать убавки. Для этого будем вязать 4 столбика без накида, 3-4, и затем делать убавку. То есть провязывать 2 столбика вместе. И так повторяем 6 раз. И в итоге получим 30 столбиков без накида в этом, в 5-м ряду. Убавочка. Итак, 5-й ряд провязали, 30 столбиков без накида у нас получилось. Далее следующие 2 ряда, то есть 6-й, 7-й, мы будем провязывать без изменения по 30 столбиков без накида. И в следующем ряду будем привязывать с вами наш хвостик. Для этого нам нужно определиться, где у нас будет передняя часть, где задняя, и соответственно примерно вот посерединке будем его прикреплять. Давайте я сейчас провяжу до вот этого места и покажу, как его будем прикреплять. Так вот, мы сейчас провязываем 6-й ряд, и мы дошли вот примерно до центра. Прикладываем хвостик и затем вводим крючок вот сюда и провязываем его. Вот таким образом. И дальше идем вязать уже после хвостика. Вот что у нас должно получиться. Вот. Вот эти вот ниточки у нас будут внутри. Можно их еще один раз завязать, закрепить на всякий случай. И они у нас останутся внутри игрушки. Далее еще один ряд. Вяжем 30 столбиков без накида в каждом ряду. Так, провязали 7-й ряд. Далее в 8-м ряду мы снова будем делать убавки. Для этого мы будем провязывать 8 столбиков без накида и затем убавка. И так будем чередовать 3 раза и получим 27 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Далее делаем убавку и так повторяем 3 раза и получим 27 столбиков без накида в 8-м ряду. Так, провязали 8-й ряд, 27 столбиков без накида, переставили маркер повыше, и дальше следующие 3 ряда с 9 по 11 мы будем вязать без изменения, то есть по 27 столбиков без накида в каждом ряду. Провязали мы 11-й ряд, у нас последний, 27 столбиков без накида. Далее следующий, 12-й ряд, будем снова убавлять. Для этого будем провязывать 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И делаем убавочку. Так, повторяем снова 3 раза. И получаем в конце 12-го ряда 24 столбика без накида. Так, провязали
12 ряд, 24 столбика без накида. Вот я приставила маркер повыше. Начала уже набивать. Вот плотненько набила ножки пока, чтобы нам было потом удобнее. И в следующих двух рядах, в 13 и 14, мы будем присоединять ручки. То есть вязать будем без изменений по 24 столбика без накида, но еще плюс ко всему будем ручки присоединять. Вот таким вот образом по бокам. Можем воспользоваться булавочками, если нам будет так удобнее. Например, приколоть вот здесь вот ручку. И сейчас довяжем до нее. Так, вот мы довязали. Далее будем в 13 ряду прикреплять ручки только за вот эту вот заднюю половинку. Вводим крючок в петлю на ручке и петелька на туловище и провязываем их вместе. Так, дальше следующую петлю, петля на ручке, петля на туловище и дальше следующий. Так нужно нам провязать 5 петель. 3, дальше 4 и последняя, 5. Так, вот мы нашу ручку присоединили за заднюю половинку. Далее мы провязываем до следующей нашей ручки. Семь столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, и присоединяем нашу вторую ручку. Точно так же вводим крючок в петельку и в туловище. Провязываем вместе. И опять же таки провязываем 5 петель вместе ручкой и туловище. Так, и 5. Ну вот, мы присоединили 2 ручки по одной половинке. Далее мы в следующем ряду будем провязывать точно так же, но уже захватывая вот эти петли. Навязываем сейчас 7 столбиков без накида до нашей следующей ручки. 5, 6, 6 и 7. И провязываем теперь вот здесь. Уже захватываем вот эту верхнюю петлю и туловище. Так, ну вот, мы прикрепили ручки. Вот что у нас получилось. Далее в следующем, в 15 ряду, будем снова делать убавочки. Для этого мы будем провязывать 2 столбика без накида и убавка. И так повторим 6 раз. Так, 1, 2. И теперь делать будем убавку. Так, повторяем 6 раз и получаем в 15 ряду 18 столбиков без накида. Провязав 15 ряд, мы набиваем холофайбером нашу деталь и как бы формируем, придаем ей форму, ту, которая нам нужна, чтобы у нас не было никаких резких линий. Мы аккуратненько и равномерно распределяем наш наполнитель, особенно обращая внимание вот на вот эти вот линии, чтобы они у нас были плавные. То есть как бы немножечко растягиваем вот здесь, чтобы у нас были плавные четкие линии. Вот примерно так.
Вот что у нас должно получиться. Так, ну и дальше можем сейчас переставить маркер вот сюда повыше и будем вязать следующие 11 рядов с 16, соответственно, по 26. Уже вяжем без изменений вот по 18 столбиков без накида. Это, собственно говоря, и будет уже наша шея вот такая примерно. То есть мы сейчас просто вяжем без изменения вверх. Пока я снимаю мастер-класс, кошечка спит на окошке. Просто решила вам показать, что я вижу перед собой. Вот провязали мы 11 рядов, 26 ряд. Заканчиваем соединительным столбиком. И делаем воздушную петлю. Тут нам нужно оставить довольно-таки длинный конец, чтобы пришить голову. Отрезаем, вытягиваем. Так, маркер убираем. И вот сейчас уже можно наполнить, вот я уже наполнила шею холофайбером. Так, довольно-таки плотненько. То есть вот наше туловище готово, теперь будем его пришивать к голове. Вот наша голова, и будем сейчас аккуратненько вот так вот по центру пришивать голову, и будем пришивать по кругу, захватывая каждую петельку на шее и петельку на голове. Можно воспользоваться булавками и вот так вот аккуратненько приколоть, чтобы у нас симметрично была голова. Так, пришиваем. Захватываем здесь петельку на голове и петельку на шее. Так вот аккуратненько продвигаемся по кругу. Захватываем петельку на голове и петельку на шее. Так, теперь вот эту булавочку можем убирать и продвигаться дальше к следующей булавочке. Когда мы уже пришили больше половины, у нас остается вот такое вот небольшое отверстие еще, и мы сюда обязательно должны еще добавить наполнителя для того, чтобы вот это место соединения шеи и головы было более прочным, более плотно набитым, чтобы у нас голова не болталась. Поэтому вот сейчас, пока мы еще не пришили до конца, мы должны добавить наполнителя сюда и продолжим сейчас пришивать. Заканчиваем пришивать голову. У нас уже остались тут последние стежки. Так. Ну вот мы и пришили голову. Осталось нам эту ниточку спрятать и закрепить. Ну вот, наш жирафик уже практически готов. Что нам осталось пришить, так это пятнышки на туловище. Пятнышки вяжутся очень просто. Я вяжу 3 штучки. Сейчас вам покажу. Вот так они выглядят. Я думаю, что я не буду вам их показывать, как я их связала. Это обыкновенные кружочки. Первый ряд связан 6 столбиков без накида. И второй ряд это 6 прибавок, то есть 12 столбиков без накида. Вот и все. Затем закрепляем ниточку и оставляем вот такой вот длинный кончик для того, чтобы нам пришить. И примерно выкладываем эти пятнышки так, как вам нравится, и прикалываем их булавочками. Можете связать разных размеров,
или больше, или меньшее количество, тоже как вам больше нравится. Ну вот я примерно вот таким образом их распределяю по туловищу. Как-то так. Вот, и теперь эти вот все кругляшки мы будем пришивать по кругу. Итак, пришиваем наши пятнышки по кругу. Можно пришивать вот не за целую петлю, а за полупетельку. Так будет немножечко аккуратнее. Так. Лавочку можно убирать и продолжаем пришивать дальше. И так далее по кругу. Ну вот и все, наш жирафик готов. Мы пришили все три пятнышка, ниточки спрятали, и вот что у нас получилось. Так он выглядит сзади, хвостик, длинная шейка. Ну, вот такой вот малыш получился. Большое вам спасибо за то, что посмотрели это видео. Я вам всем желаю творческого вдохновения навязать себе жирафиков столько, сколько вам хочется. И мы с вами увидимся уже очень скоро. Я вас всех целую и всем пока!